и районных центров проходят такого рода акции, которые показывают власти, что мы не сдались, что мы не сдулись, что у нас есть еще порох в прокивнице, что мы будем бороться за возможность работать в нашей стране, что мы против тотальной фискализации. Прошло более 2 лет нашей борьбы. Ничего не произошло за эти годы. Вы все знаете, сегодня в Верховной Раде зарегистрировано 8 проектов. Зарегистрированных 8 проектов, которые позволяют решить как полностью, так и частично нашу проблему. Ни один проект, ни одна инициатива не была принята. 16 числа мы собираемся в Киеве. Мы будем предлагать любой проект, который позволит дефискализировать нас. Любой. Власть решила, что средний класс, те, кто платят за себя, самозанятое население, это мусор, биомусор. Что же они решили? Они решили каждому на шею повесить кассовый аппарат. Мы видим тотальное желание власти уничтожить малый бизнес. Если они нас уничтожат, ну все, то есть останется, что мы превратимся чисто в сырьевую державу. Если, предположим, нам не удастся добиться, мы будем в Харькове создавать крепкую, серьезную организацию предпринимателей, в которой будем содержать в штате юристов, адвокатов, бухгалтеров. У нас есть предложение создать такую организацию, типа профсоюза, который будет заниматься нашими делами, чтобы каждый из вас в случае какой-то проверки не думал, что ему делать, а чтобы он мог рассчитывать на помощь серьезной организации, адвокатов, юристов, бухгалтеров. Поэтому мы в ближайшие дни объявим о собрании о таком. 58-66-1, 38-53, 38-53-2, 39-93, 64-37. Які відміняють обов'язкове застосування РРО, ПРРО для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2-4 груп. Вимагаємо відновлення діалогу з представниками протестуючих для вирішення існуючих проблем у найкоротші строки. Колеги, ми зараз цю резолюцію передаємо. Мы очень благодарны всем, кто сегодня поддержал эту акцию, акцию в регионах. Мы надеемся, что все мы встретимся в Киеве 16-го, 17-го. Все будем в Киеве.